Всем привет, ребят. Решил записать уже вечерний видосик. Добрался до компа. В общем, как оказалось, на английском сервере награды и плюшки совсем разные. Кто смотрел, сейчас мы я даже покажу вам наглядно. Зайдем на пару аккаунтов. Может, какие-то есть. Я вам показал с утра. У меня были кристаллы там Апекса, красные и желтые, плюс там еще какие-то плюхи, сейчас посмотрим. В акции Little Help, ну, маленькая типа помощь. И в итоге смотрите, что у меня здесь на основе дают. Совсем другие плюхи. То есть плюхи все у нас получаются рандомные, не повторяются, судя по всему. То есть нижние вот эти вот вроде повторяются, а вот эти вот бесплатные разные. Вот мы забрали на моем этом аккаунте. Поехали, сейчас перейдем обратно на Twink, сравним, еще на пару аккаунтов забежим. Посмотрим. Сравним. А вы пишите, кто что интересного получил, интересно, какие плюхи. Паша мне скинул телегу. Он получил 100 книг, 100 молотков, 100 желтых слизней и 100 кулаков. То есть разница уже есть. Смотрите, что у меня здесь дали. Тоже офигенные плюхи, я считаю. Ну, поехали дальше, сейчас посмотрим. А, и нижние тоже совсем другие. То есть и донатные, и эти совсем разные. То есть у каждого по сути свои плюхи. Интересно. Давайте еще на какие-то аккаунты забежу, кто там у меня есть. Помню, остался. Все понятно. Окей, окей. Смотри, нифига себе. Нифига себе. Да ну нафиг. Посмотрите, какой нижний пак. 800 молотков, блин. 800. Верхний вообще никакой, по сути. Далее сундуки, но нижний это, конечно, жестко. 800 молотков, 800 слизней, 800 кулаков, 800 книг, но он донатный. Вот видите, разница все-таки есть. Поехали еще поищем какие-то. Не знаю, какие тут вариации могут быть. Пробую еще зайти. Да, разница, конечно, очень и очень. Так, это что, тот же самый? Не, это уже другой у нас. Да, здесь тоже посмотрите на определенную силу, возможно. Возможно, еще все зависит, ребятушки, от силы. То есть подбор, может быть, плюх по силе. Здесь вот тоже. Какие плюхи для молодого аккаунта, типа первый донат. Я проверим это. Ну, в любом случае, халявные плюхи классные. Так. Я надеюсь, это будет на всех серваках. Какие плюхи. Так, поехали. Оп.
тоже, видите. То есть там, где мелкая сила, судя по всему, вот такие вот паки до определенной силы, дальше какие-то другие. А я не знаю, сколько там... Ну, пишите, в общем, у кого какая сила, кто на английском сервере, кто какие интересные плюхи получил. Но вот если у вас мелкий аккаунт, то, в принципе, вот, вот вам пример плюх, что вы получите. В сундучке, ну, такое, честно скажу. Хотелось бы что-то повеселее, конечно же. Че, гостевой аккаунт завалились. Сейчас попробуем, хотя бы посмотрим. Судя по всему, привязка плюх идет от силы. У кого какая сила, такая, такие плюхи. Я не знаю, какая там градация, конечно же. Надо иметь разные аккаунты, но этого делать мы точно не будем в битве замков. Сразу заходить. Уже как оно долго. А вот новым аккаунтом, ребята, самый кайф. Нифига вообще. Так, welcome gift each player, one gift wonder, welcome gift is special created for your base on your mind. Ну, оно таки написано, типа, от силы. When you first enter the page, check your rules in your box. Why? Понятно. For new players only, log in every day to get special beginning gift for special ground. И чё? Ну вот мы зашли, и чё? Вот новый аккаунт получается, ни хрена не получает. Но сейчас попробуем залогиниться еще раз, может появится. Но странно очень. В общем, ребятушки, вот так вот. Кто решил создать халявный акт, ни хрена не получит. Хотя написано типа для новичков. Как-то получается непонятно. В общем, вот так вот. Так, и поехали на немочку. На немочке есть новый календарик. Я надеюсь, он будет еще и на других серваках. Ну, немка, как обычно, удивляет. Посмотрим сейчас, что там нам приготовили. Вот так вот. Новый календарик на немецком сервере. Так, а что, плюшки покажут нам или нет? Зюрк. Зюрк. Зюрк не дает делать. А, вот есть все плюхи. Так. Ну, в общем, я немецкий не изучаю, здесь не играю, но, судя по всему, 9 таланта 20 штук Валентина. Это к дню святого Валентина. Валентина. Пыльца, кристаллы, сумки, зефирки. Вообще отлично. Кристалл боксы разные. Ну, ребят, однозначно плюс. Акция реально будет хорошая. Вопрос, ли будет она на других серваках. Поехали, посмотрим, что мы там получили интересное. И коробочки. Ну, и на этом спасибо. В общем, такие вот, ребятушки, дела. Пишите комменты, ставьте лайки.
Надеюсь, уже скоро получится с вами нормально постримить, поиграть. Всем удачи, всем пока.